В преддверии Международного женского дня в Севастопольском театре имени Анатолия Васильевича Луначарского со сцены звучат самые нежные слова. 7 марта жительниц Севастополя, которые отличились в трудовой, общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи, поздравили первые лица города. Хочется пожелать любви, любви, еще раз любви, чтобы их любили окружающие мужчины, чтобы их любили их дети, чтобы их любили их родители, чтобы они сами любили своих родителей, чтобы они оставались таким надежным хранителем домашнего семейного очага, ведь это все-таки основа нашего государства. Я желаю всем женщинам огромного количества улыбок, цветов. Желаю, чтобы близкие были здоровы, находились в хорошем настроении. Желаю, чтобы мужчины носили всех женщин на руках, и не только в день 8 марта, а много-много дней в году. Торжественную атмосферу продолжило награждение. Женщинам, которые внесли значительный вклад в развитие города, ветеранского движения и отличились в общественной деятельности, вручили благодарности и медали. По словам прекрасных дам, 8 марта для них особенный праздник, который ознаменует наступление весны и которого они ждут весь год. Для меня, конечно, это прекрасный женский день, который мы все ждем. Надеемся, что он пройдет благополучно, что нас поздравят, что надарят цветов и подарков, и это всегда приятно. 8 марта это означает, что начало весны. Расцветают все деревья, цветы. Уже вот начали цвести нарциссы. Это очень красиво, солнечно. Настроение поднимается весеннее. Праздничное настроение милых дам поддерживали выступления артистов. Дарья Марущак, Юрий Леутин, Севинформбюро.